Вообще всегда, наверное, очень ценна в каждом человеке индивидуальность. И когда есть такая встреча, есть такой творческий диалог, такая съемка, где интересуются тобой не как только моделью, а как твоей индивидуальностью, твоим миром внутренним, то это очень интересно, очень приятно, очень дорого стоит. Поэтому я люблю наши встречи, я люблю какой-то покой, когда тебе навязчиво не кричат повеселее, эх, давайте улыбнемся, давайте будем заигрывать с этим миром и его поднимать над повседневностью, обыденностью наших дней. Давайте заряжать радостью. А давайте будем вот собой. А пусть мы даже и грустные, а пусть мы даже и спокойные, а пусть мы даже и серьезные, или растерянные, или какие-то сосредоточенные, или задумчивые. И мне позволяет быть собой. И мне это нравится, я благодарна за это доверие. Ну, вообще, мне всегда важно доверять фотографу, оператору, когда я могу раскрыться, когда я могу быть свободной, когда я могу быть и хулиганкой, и серьезной барышней. И с Мишей всегда получается вот это чувство без надрыва, а просто здесь, сейчас, вот такая, какая есть. Может быть, я не выспалась, может быть, я хочу, не знаю, ухохотаться или еще что-то сделать такое странное. Но меня не торопят, меня не гонят. Мне просто вот дают дышать, жить, общаться. Это здорово, спасибо.